Привет, ребят! Вы на канале Рыба Кит, с вами папа, который рисует, меня зовут Ваня, и сегодня я хочу нарисовать Валли. Почему? Потому что мои дети смотрят этот мультик, они радуются, веселятся, и я хочу им нарисовать такого Валли. Они еще маленькие, сами только учатся рисовать. Я покажу вам, как это я сделаю. Вы можете повторить. Смотрите, я рисую такие вот кружочки. Начнем с кружочков. Один кружочек, второй кружочек, третий кружочек вот здесь и четвертый здесь. Получается такой треугольничек, и теперь я все это соединю. Если вы видели мультик Валли, это такой робот. Он веселый, похож на собачку. Мне он очень напоминает собачку. И это его гусеницы. Я рисую одну гусеницу. А здесь толщину гусеницы покажу. Толщина гусеницы. И, конечно же, теперь покажу, вот как она ее звенья этой гусеницы показал. Нарисуем теперь колесики до конца, чтобы они были красивы, смотрелись. Я хочу очень-очень хорошо нарисовать Валли, чтобы было приятно на него смотреть. Не спеша, так все вот прям прорисовать. Оси покажу. Здесь оси моих колесиков. Все. Шасси Валли одно готово. Теперь нужно нарисовать сам кубик, потому что Валли он кубический. Смотрите, как я это делаю. Рисуем просто кубик, вверх поднимаем. И теперь сюда идем, но до конца не доводим, потому что я хочу здесь ручку нарисовать ему, а здесь вторую ручку. Так что вот так вот у меня ручка будет, она вот так исходить. Я немножко упрощу, потому что я знаю, что ручка сама по себе у Валли такая технически сложная. Я ее упрощу. Сделаю вот такую. Так-так. А теперь такие щупальцы. Щупальцы. Так. И у него три пальчика. Три таких зажима, что ли, как это называется. Не знаю, как называется у Валли это, но это такая веселая штука. И вот здесь заканчиваем этот кубик. Получается кубический Валли. Кубический. Теперь его толщину покажем. Сюда она идет вот такая вот. И здесь она продолжается. Вот Валли. Такой он у меня будет. И вот действительно я хочу просто, конечно, нарисовать, чтобы и дети смогли повторить. Теперь он делится. Здесь у него. Вот нарисуем сразу вторую гусеницу. Она вот так будет идти. Здесь. Вот так. Вторая гусеница. Вот так она закругляется. И здесь вот так идет. И здесь колесик. И здесь шасси такие непонятные. Что какие-то технические прибамбасики. Нарисовали. Звенья рисуем, вот такой вот же Валли уже проявляется. Самое главное, конечно, его лицо будет нарисовать. Ну, у него нет лица, у него есть только видеокамеры. И когда один раз он потерял свою видеокамеру, сломалась она у него, мой сын прям расстроился, говорит, как это Валли теперь без камеры будет. Так, что дальше? Что же дальше-то? А, дальше я нарисую ему что? Вторую ручку сразу, а потом уже нарисую вот сюда вторую ручку нарисую. Вот так она у него идет. Так. Так, так, и здесь такая ручка. У него опять-таки три пальчика здесь, три захвата. Три захвата. Валли, сейчас я закончу рисовать, а потом расскажу, что я думаю по поводу всего мультика Валли, как он мне понравился или нет. Здесь у него такой аппаратик, я его точно пририсовывать не буду. Нарисую, что здесь есть несколько кнопочек таких вот. И здесь он такой серенький идет. Сюда, сюда и сюда. Вот так. Так. Здесь такие штучки у него. Здесь Валли написано. Давайте напишем тоже Валли. Ну так вот попроще совсем. Валли. Боюсь, не влезет. Валли. Ну, давайте и вот здесь я напишу. Точно. И здесь будет. И такие маленькие. Все. Теперь самое сложное в Валли, чтобы Валли похож был на Валли, нужно нарисовать ему вот это вот с его видеокамеры. Конечно, их надо рисовать, стараться. Нарисуем сначала два круга. Один круг и второй круг. Теперь нарисуем еще два круга, как бы. У него эти камеры имеют такие линзы, и они обводочки имеют. Мы нарисовали их. А теперь нужно нарисовать вот такую форму, я не знаю, как ее я назвал, вроде бы какая-то капелька, похожа на капельку, мне очень напоминает эта форма капелька. И, конечно же, повторить ее вот с самого начала, если вы немного рисуете, трудновато, даже у меня немножко кривовато получилось, но ничего, это не повод расстраиваться. Здесь у него
один болтик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Такие болтики. Здесь нарисуем блики. И что еще? И, конечно же, нарисуем саму вот эту вот штучку, как у него шея такая. Здесь идет толщина у этих вот, у этих камер идет толщина. Здесь на шарнирчике его шея находится. Так. И здесь, я знаю, идут маленькие проводки. Нарисуем их тоже, чтобы показать, что это робот, а не человек и не собака. Мне кажется, Валь у меня получился хороший. Давайте я его раскрашу. Я раскрашу масляной пастелью. Вы можете раскрашивать карандашами. Уверяю, что всеми любимыми способами можете раскрашивать. А, вспомним, какого цвета Валя. Желтого? Да, желтого, но он не совсем желтый, он вообще какой-то грязный такой. Я начну с желтого, потому что желтого начну, а закончу, наверное, коричневым, черным, оранжевым. Самые яркие желтые детали я крашу. Здесь ручки у него желтые. Ручки. Ну и все, желтый закончился. Цвет желтый мы здесь использовали, где надо. Вот здесь немножко желтого и вот здесь. Отлично, желтый есть. Теперь возьмем сразу оранжевый и немножко подкрасим желтый, чтобы он был такой потеплее немножко. Мне так хочется, конечно, чтобы он был потеплее. Он такой немножко ржавчиной, похож на ржавчину. Потому что Валя он такой не старый робот, потому что роботы не стареют. Так, теперь серый. Я беру серый и крашу почти все остальные детали сереньким. Потому что Валли он железный. Вот моим детям, я теперь расскажу немножко, пока я крашу все серым краской, все серым, всем серым пастельным белком, что мне этот мультик давно понравился, конечно. Я удивился, как можно сделать такой красивый мультик, вроде бы, да, не с такими яркими, веселыми героями. К примеру, там, можно взять там Микки Мауса, еще других героев. Они все такие веселые, яркие, радостные. Прям видно, что они детские такие, хорошие. И все дети их любят, конечно же. Там, не знаю, Винни-Пуха можно взять, других. Там Леди Баг, к примеру, очень сейчас популярная. Она такая веселая, яркая, сочная, глянцевая. А сам Валли, он такой ржавый, маленький, замухрышка. Неизвестно даже, кому он может понравиться. И вот удивительно, что после просмотра... там, не знаю, 10 минут фильмов, ты его прям полюбишь, этого маленького робота, и начинаешь его смотреть и переживать за него. И мои дети, они также любят яркие мультики, но при этом они очень сразу полюбили Валли, и так что это его достоинство. И мне многие, конечно, мультики из компании Pixar, которая снимает их, мне нравятся, но Валли мне больше всего нравится, конечно же. Так что любите Валли. Если вы не любите Валли или не смотрели, то я советую вам посмотреть и расскажу про него, что это маленький робот. Теперь я взял черный мелок и крашу черным. Маленький робот, ничего особенного у него нет, он маленький робот-уборщик. Расшифровывается Валли как там, какой-то механизм уборки или что-то в этом роде. Особо я не сдавался. Мне он нравится... Он очень забавный, он похож на собаку. Мне кажется, он очень похож на собаку, потому что у меня часто собаки бывали в детстве, там, и сейчас у меня есть собака. Я немножко везде черного добавлю, чтобы казалось, что он такой ржавый Валли. Ржавый. И немножко синенького возьмем, дорисуем вот здесь вот. Потемнее сделаем, чтобы он блестел. И, наверное, серенького я добавлю, сделаю тень, потому что мне хочется, что он стоит вот так вот. На земле. И небольших камешков нарисуем. Камешков серых. Вот такой Валь у меня получился, ребят. В конце концов, я добавлю здесь маленького-маленького таракана, его друга. Надеюсь, вы поймете. Ну, кто смотрел кино и весь мультик, тот поймет, почему я нарисовал таракана. Спасибо, что вы смотрели. Нарисуйте такого Валя, у вас получится. И у вас будет хороший рисунок, который понравится вам, вашим родителям. Спасибо, что вы смотрели. Подписывайтесь на канал Рыбакит. Расскажите своим друзьям, потому что это будет полезно им, и вам. И вы вместе будете смотреть, что я рисую, показывать свои рисунки. Шлите их в группу ВКонтакте мне или просто по почте. Она же там указана. И я буду вам показывать, рассказывать. Всего вам хорошего, хороших вам рисунков. И Ива, как бы, я не знаю, как прощается Валя, он такой: Ива, Вали. Что-то такое. У него даже языка нету, но он веселый, умеет танцевать и просто супер. Пока.